Вовремя включили отопление. На Южном Урале выпал первый снег. Он припорошил хребет Туреньга. Сюрприз погоды сфотографировали жители близлежащего города Златоуста. Выложили в соцсети и написали. Не поверили, что зима пришла так рано. Благо, отопительный сезон в домах златоустовцев уже начался. Стартует он сегодня в Челябинске. Управляющие компании работают с теплоснабжающими организациями. И, как правило, от 3 до 4 дней проходит до включения полностью города. То есть день на разогрев всех систем. Ну и, пожалуйста, 3-4 дня добавляйте. Я считаю так, что в четверг-пятницу город мы практически весь подключим. В городе уже подключены к теплу 120 детсадов и 6 школ. Отопительный сезон также стартует в Миассе и Озерске. В Снежинские садки отопление включили еще 18 и 19 сентября. В Чебаркуле 29 числа. Если включение тепла будет проходить с нарушением сроков, то вы можете позвонить на горячую линию. Телефон вы видите на экране. Звонки будут приниматься по будням с 9 до 17 часов.